В эфире очередной выпуск программы «Призвание». С вами Марина Санакоева. Сегодня мы с очередной поездкой направились в прекрасный город Владикавказ, чтобы поближе познакомиться с нашими братьями, сестрами, с их ремеслом, необычным талантом и мировоззрением. Одной из таких является сегодняшняя наша героиня. Рада вам представить Розу Борисовну Танделову. Это педагог с необъятной душой и большим сердцем. Почему? Потому что, будучи преподавателем осетинского языка и литературы, она не стала останавливаться на этой стезе, а расширила свой спектр деятельности, создав не имеющего аналога сегодня в Северной Осетии этномузея при той же школе, где преподает и воспитывает в своих учениках чувство религиозного, патриотического чувства, я бы сказала, правильного отношения к своей культуре. Не так ли? Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Вот, и хотелось бы начать беседу с того, что мне удалось за это короткое время общения с вами увидеть то детище, которое вы создали при школе, легендарной школе 13, где мы побывали, это и этномузей, и я бы сказала, такое рай прикладного искусства, где вы учите от, наверное, даже приготовления ритуального пива осетинского до прикладного искусства, учите всему, что может подарить наша богатая культура. И все-таки, что вас подвигло открыть такое детище? Спасибо, Марина. Спасибо за такой интерес. Мне это очень дорого. Я, можно я сначала проясню? Я не педагог осетинского языка. Нет. Открою тайну. У меня образование Институт культуры город Краснодар. И в школу я попала совершенно случайно. И вот сегодня я благодарна, наверное, этим людям, благодаря которым я этот шаг сделала. Говорят, если перед тобой закрываются одни двери, то открываются другие. Вот. Поэтому я сегодня занимаюсь тем, во что я верю. И благодарна тем людям, которые мне помогают в этом. И если я сейчас начну пофамильно их перечислять, мы здесь останемся. Но, конечно, нужно обязательно сказать о том, что я педагог дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей и творчества Хусонова Майя Ильинична, директор. И творческое объединение «Талант» я открыла на базе школы 13 имени Коста Ивановича Фитогурова. Там директор Салбиева Ирина Савельевна. И вот теперь мои регалии вам, если так же, как и телезрителям. Потрясающая обстановка в вашем классе, в этой мастерской, где, как вы назвали, талант, это тоже очень интересно, но мы об этом поговорим. Но вот эту обстановку, безусловно, прежде всего, не только учителя и учащиеся, вы создали своей любовью безграничной к родному, все, что касается вот ремесла осетинского, и его культуры, традиций. И все-таки вот дети. Какая возрастная категория у вас обучается, и что вот вас, скажем так, больше всего вдохновляет с ними работать? Вот эти вот глаза, которые искрят интересом или что-то другое. Вы видите живой отклик, наверное? Конечно.
талата. Талата в переводе ростки. То есть вот у нас же у Астин говорят, дерево гнется, пока молодое. Была же талая Таша. И вот растущее деревце, растущий ребенок. Вот что в него вложишь, то и будет. То и будет. Тем более вот сейчас, видите, как утерянные механизмы воспитательные, именно общество, вот не знаю, вот это общее принятые сейчас, я не буду какие-то общие известные факты озвучивать. Просто дети, знаете, вот теряются вот знания уклада жизни, да, а в произведениях классики они есть. Поэтому вот словарная работа на уроках ведется по методике. Но сказать ребенку 1-2 раза недостаточно. Даже, вы знаете, я создала тогда базу погружения ребенка вот в эту среду. Пусть искусственно, но все же это помогает ребенку больше понять. И потом вот идет такой мощный заряд. Мощный заряд, когда ребенок должен понимать, откуда он родом. Знаете, я вам приведу небольшой такой пример. Вот у меня программа образовательная Талата простроена по направлениям. Направления такие: тепло родного очага. То есть вот когда мы принимаем у себя в гостях детей из других регионов. Вот сейчас, конечно, это стало проблематичнее, а раньше у нас это был проект «Тепло родного очага» Конайхар. Я обучаю детей старинным ремеслам, обучаю детей, значит, вот, традициям, обычаям, да. Но ребенок, чтобы лучше запомнил, он должен уметь их рассказать. И на классных часах они могут проявить свои навыки, свои умения. Ну а вот когда уже к нам гости приезжают, и при том их ровесники, это, конечно, нечто. Потом у нас есть возможность была выступать талатом и выступать на всех городских мероприятиях. Я очень благодарна нашим ребятам из управления культуры, там такие молодые люди, что они очень сильно ценят вот это все. И ребенок, когда мы готовимся к этому выходу, то они изучают, еще раз повторяют, вдруг тебя кто-то спросит, вот ты занимаешься плетением шерстяной нити, кто-то попросит тебя это показать, кто-то спросит, и еще раз тогда ребенок заучивает, потому что нужно заучивать, потому что это вот из жизни ушло. Вот. И это я сказала о проекте Конайхар. Далее у меня есть направление «Встреча с интересными людьми». То есть такой широкий спектр у вас, Анди? Да, то есть вот... Работаем там мы по программе, вот черновая такая работа идет, но у нас вот обязательно ребенок, то есть учебный процесс, он выходит потом затем к какому-то результату. Работы декоративно-прикладного искусства, они выходят на выставки, участвуют на этих выставках, но дети сами принимают участие вот в таких именно в концертной деятельности, на всех фестивалях. Вот у нас в городе проходит фестиваль ежегодный «Юность России». В 2012 году он прошел в Грозном. Мы там приняли участие. Затем каждый год вот он проходит у нас во Владикавказе на Манеже. И мои дети принимают участие. Сюда приезжают со всего Северного Кавказа, с юга России. И мы показываем им ремесла наших предков. И вот это взаимообогащение культуры, оно очень, конечно, ценно. Мы гордимся, что у нас прошла встреча с Нафиджу Сойте, Казат Станислав с нами очень часто встречается с моими детьми. Он и на радио же работает и приглашает нас на свои мероприятия.
с Асланом Павьевым у нас состоялась очень интересная встреча. И потом вот дети ознакомились с творчеством Аслана Павьева, и актриса Североостинского государственного драматического театра Римма Царикаева позанималась с моими детьми, и они выступали на сцене уже в научной библиотеке. У нас такая вот прошла встреча. По изможденным векам бежит соленая вода. Без руки инвалид коллег, герой войны, герой труда. Рука заправлена кура, блестящий орденами кить. Ранений шрамы многократных, наградами укрыл воитель. Дойдя до памятного танка, знакомых гусеничных зверей, старик безудержно заплакал и опустился на колени. У современной молодежи выработался механизм самозащиты. И посмотрите, вот, ну, это наш уклад жизни такой, что дети растут без старших в доме. Дети оторваны от каких-то вот ценностей. И знаете как? Человек должен опираться на что-то. Между небом и землей душа не может, и сам человек не может. Вот есть точка опоры. И точка опоры – это наши традиции, это обычаи, это вот душа народа. Вот это точка опоры. И тем более, еще есть один такой очень важный, очень, на мой взгляд, вот, национальная гордость, она должна быть, она есть у всех народов. И вот это самосознание, да, тем более вот сейчас его молодежи нужно прививать, вот ты носитель культуры, и ты представитель народа своего, да. Я сталкиваюсь, вот Талата, с чего моя программа начинается? Начинается с пересказа сказки. Я в первый класс вхожу и не могу собрать глаза детей, чтобы они прислушались. И, к сожалению, к великому сожалению, дети нардские сказания, сказки народные, вот это хрестоматийные вещи, они должны в семье услышать до 6 лет, чего я не наблюдаю. Поэтому я восхищаюсь детьми, которые потом хорошо и легко входят в программу Талата. Спасибо вам огромное, Роза Борисовна, что вы уделили нам время, потому что его у вас, я думаю, что расписано постоянно на интересные уроки, занятия, общения, и поэтому позвольте еще такой маленький презент, тоже произведение, может, не прикладного искусства, но кондитерского, вам вот с юга преподнести. И ваше пожелание нашим телезрителям очень на юг. Спасибо. Адресовать, пожалуйста. Спасибо. И мне, конечно, вот я сейчас немножко расчувствуюсь, потому что на самом деле я выросла здесь, в Северной Осетии, с 2 лет. Село Новый Батак очень тепло нас приняло. Мои родители были очень дружно, жили со всеми соседями. Но я с детства на генетическом уровне, я вот так скажу, Бхагавадай Тедилитум Ктускурту. Очень приятно слушать вас на осетинском. Можете завершить и на родном. Пусть это будет эксклюзив нашей передачи. Тенгахсазгомну хусарирастоне кой хорзайк фиркусанхам. Тенгзамнвайе Спасибо вам огромное за сегодняшнее интервью, очень емкое. А я думаю, что мы еще раз встретимся, это не последняя встреча. Приглашайте, с удовольствием приедем на ваши открытые мастер-классы. С удовольствием. Удачи вашему вашей мастерской, Талата. И очень надеюсь, что и наши дети тоже как-нибудь побывают в экскурсии и увидят все это воочию. Ну, а у нас тоже, конечно, сегодня будет возможность показать
как дети питомцы Розалии Борисовны, так сказать, очень с большим рвением постигают азы разных ремесел осинской культуры, именно прикладного мастерства, потому что то, что я видела, и эти ковры из шерсти, и вот это все так сделано, можно сказать, на профессиональном уровне. А сегодня мы еще лишний раз с вами познакомились, ваш внутренний мир очень поразил. И спасибо, что вы есть у Осетии. Счастья вам, здоровья. И для женщины главное, наверное, счастье ее детей. Сахурэшэштут. Я скажу на вашем, а вы скажите уже на нашем, потому что у вас прекрасно получается оба диалекта. Ну что же, спасибо вам еще раз за то, что уделили время. Это была программа «Призвание» вот с такой необычной женщиной, как Роза Борисовна Танделова. Мы с вами прощаемся, до новых встреч.